Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики моего канала, с вами снова Сергей. Сегодня получил очередную посылку с Алиэкспресс. Судя по всему и по времени, эта посылка является ничем иным, как специальным портом, для того, чтобы можно было подключать дополнительный жесткий диск моему, да и как к любому ноутбуку. Сейчас я эту посылку вскрою и покажу, что там в ней присутствует. Да, как я уже сказал ранее, в посылке внутри оказалась вот такая вот штучка, что является портом, который вставляется за место CD-ROM-а. Ноутбук у меня 19 мм, есть еще 21 мм. Ну, для того, чтобы вам узнать, нужно просто достать свой CD-ROM из вашего ноутбука и смерить его толщину вот здесь вот сантиметром или рулеткой. И уже тогда заказывать. Так, значит, сам порт, коробка и бумага с пупырчатой прокладочкой. Сейчас рассмотрим детально саму посылку. Так, снял, значит, я пленочку. Внутри оказался сам порт, который вставляется за место CD-ROM-а, и набор болтиков. Порт SATA-шный, как здесь уже написано, а с этой стороны подключается жесткий диск. Так вот все просто. Потом его крепят по болтам с обоих сторон, и все. И он не будет ни болтаться, ни шевелиться, все будет жестко конкретно. Сейчас я вставлю жесткий, поедем дальше. Так, вот как вы видите, уже я вставил жесткий диск. Сейчас осталось только закрутить 4 болтика и вставить этот новый привод в мой ноутбук. Так, значит, болтики я прикрутил. Тут оказалось вот 4 толстеньких таких болта. Сейчас винт не шевелится там. Нормально закреплен. Ну, теперь можно установить его в ноутбук. Но прежде чем его устанавливать, само собой разумеется, нужно компьютер отключить. Сейчас все сделаем и поедем дальше. Так, со старого CD-привода я достал крышку и поставил эту крышку сюда, на ноутбук. То есть вставил уже туда этот привод для HDD и поставил крышку, если вы видите. Все. Поехали дальше. Так, продолжаю запись видео. Я установил компьютер. Это порт с этим, со внешним жестким диском. Теперь мы откроем мой компьютер и посмотрим, что у нас там есть. Вот что изменилось. Раньше было C и диск F. Вот он. Теперь я поставил еще один внешний жесткий диск. И он у меня отформатирован был изначально. Пустой, поделен на три части. Вот. Раз, два и три. Вот так все просто. Так, теперь давайте перейдем на AliExpress. Так, как я уже сказал ранее, я поставил жесткий диск в новый порт, все установил, все работает. Так, теперь давайте зайдем в мои заказы и посмотрим, когда был заказан этот порт для жесткого внешнего диска. Так, заказан он был, Так, вот как вы видите, заказан он был 16 февраля, утром 8:53. Сейчас у нас 29 февраля. Ну вот, видите. Пришел за 20 копейками дней всего на все. Так. Отслеживать мне сейчас его уже не надо, потому что я его получил. Стоимость его составила всего лишь 313 рублей. Посмотрите, сколько он стоит в вашем городе. Так как я его уже проверил, все работает, рекомендую вам данного продавца. Ссылка на этот товар и на группу, где я заказывал, будет под этим видео. Если вам понравилось видео или у вас появились какие-то вопросы, ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, я на них обязательно отвечу. Желаю вам всего доброго, здоровья,
На этом пока.